И всем добрый-добрый вечер. Мы Да, и мы идем на поезд. Мы сейчас... Давай, говори. А мы ехали на такси с утра еле. Да, мы ехали на такси, и мы сейчас идем на вокзал покупать билеты и поедем на поезде в Копер на море. Десятый. Так, мы пришли на вокзал, купили билеты. И за билеты заплатили 7,50 евро. В субботу и воскресенье у нас скидка, попуст. И посмотрите, какой большой вокзал. Аким тащит. Аким, ты куда едешь? Чемодан тащит. Акимуль, ты кому? Копер-то кому? Бабушки, ну посмотри сюда, скажи, Акиму. Я вижу платформу. Это первая платформа, нам на десятую. Так, какой-то поезд уже стоит. Десятый. Линия наша, но... Не знаю. А? Так может надо спросить. Значит, у меня же не только один поезд едет на 10-м. Ну, где наш? Да мы спросим. Кого-нибудь. В таком поедем. Мы ждем поезд. У нас только 10-й, а это 1-2-1-2. Нет, это вагон первый. Да, что-то у вас какая-то суета. А на ночь глядя, мы решили поехать. Копер. Так, заходим в поезд. Давай. Давай. Шурик, держи. Опа. Теперь я. Заходим. Дверь закрывай. Закрываем дверь. Кабинку нашу. Да. И посмотрите, какая у нас будет кабинка. Ну, такой купе. А свет включается? У всех свет горит. Можно покушать, мой малыш. Где у нас свет? Нет, нет, нет. Вот, да, свет. Вот это первая лампочка. О, какой у нас. Снимайте, раздеваемся. Располагаемся. Заходим. Привет, привет. Все, и мы закрываем нашу комнатку. Все, давай закрываем. Закрываем. Так. Оба, все. Поехали с такой бабушкой. Да, это наша Мальковская. Да, чешется. Комната Мальков, да? Можно попить? Так. Отлично. А что, раньше не было такого? Ну, потому что мы на таком. Давай. И посмотрите, сейчас у нас Аким хочет уже спать. И тут можно сделать кроватку. Ой. Так, Шурик, давай. Аким, смотри. И превращается в кроватку. Нет, это не для ног. Давай, Акимуль. И вот так он будет спать. Нет, вот вообще здесь... лежак, наверное. Нет. Это для Саши, так. А теперь так, нет, не так. И посмотрите, какой с виду он, кстати, я вам только что показывала, он не такой, кажется, современный, а здесь все внутри такое просто современный. Можно и здесь так поднять, как бы и опустить. Зарядки нету. А Wi-Fi? Тоже. Нету? Нет, конечно, минус. Я думаю, должна быть зарядка, мы сейчас ее поищем. Давайте идите сюда все ко мне. Тун-тун-тун. И мы едем, где вы, Акима? А мы сейчас. Здравствуй, Акимуль. Сейчас стопы. Я тебе, ой, ко мне сюда. Вот. А мы уже еще не выехали. Сейчас. И мы едем. Нет, мы еще не выехали даже. Ну, да, скоро уезжает синий поезд. О, как будто мы это едем, да? Нет, интернет уезжает.
Ехали, ехали, и наконец-то мы приехали. Да мы едем еще, куда нам торопиться-то? Быстрее, быстрее, опаздываем. Это конечно вообще, да. Что ж вы так это, суетитесь-то? Все, приехали, нас встретили. О, как красивый, елочка! А какой стол красивый! А Кимулич сейчас будет кушать, дай! Смотрите, какой красивый стол и елочка! Ура! Так, Акимуль, давай, садись за стол. Давай, Саш, чокнемся. Давайте, чокай. Утро. Сейчас я пойду, покажу вам море. Что-то у нас сегодня... Я кофе тут вышла попить. Что-то у нас сегодня тут солнышко и нету. Но попробую поймать. Утреннее море. Посмотрите, там горы. Там уже Италия. Мы идем гулять к морю. Привет, привет. Что там, Саша, тебе? Чек. Посмотрите, какие большие, здоровые нутрии. Пойдемте поближе. Что-то они тут кушают. Семья нутрий. Какая здоровая. А вон маленькая, смотри, на той стороне. Вон маленькая. Привет, нутрия. Так, не пугай, это ж не киска. А Кимушка? Может, ну, тебя куснуть, у нее очень острые зубы. Смотрите, какая нутрия. Здрасте. Я-то смотри, ногу, чтобы не кусить. А что, она может кусить? Да. Мальчика. Какие? Сергей, у нее там кровь. Нет, это что-то не... Там еще не... Куда-то она пошла. Усы, смотрите, какие у нее. Попея. Не пугай ее. А вон там еще много. Какая она. Хочу погладить. Нет, не надо ее гладить. Внутри. Так, я тебя боюсь. О, приплыла. Еще одна. Боится. А маленькая поплыла. И маленькая поплыла. Вон маленькая плывет. Смотри, чтобы за пальчик я не угрызла. А та сидит. А где маленькая? Вон маленькая. Смотрите, какая маленькая. Вон маленькая. А вон это, наверное, ее мама, что ли? Вон, смотри, там перлоги. А вон внутри, смотри, вылазит. Домик их. И вон маленькая еще сзади. Ой, еще маленькая. Подожди, Акимуль, давай посмотрим. Аким, не пугай, не пугай, иди, иди. Тихо, тихо, смотри, чтобы не кусила. Как ты маленький. Дай ей травку. Дай травку. Не печеньки. Маленькая нутрия, какая. Боится, Акимуль. Посмотрите, в воскресенье. Все магазины закрыты, только кафешки и народу никого. Не, ну это открыто, раз. Ну, кафешка открыта, да, магазин. Так. Да, пошла улочкой в гору. Скидки на 80%. Море! Копи раньше был итальянским городком. Второй язык здесь, Саш, какой? Не знаю. Ну, второй язык что итальянский. Итальянский. Надо итальянский знать. А говорят, если у нас в Любляне говорят живьё, то тут... Чао. Чао, какао. Чао. Чао, какао. По-итальянски. И здесь многие говорят не на славянском, а именно на итальянском. Видите, какие узенькие улочки. Тебе кушать уже надо? Сыр.
Света, она ждет нас на море. Кушать. Эти всякие бургеры. И мы пришли на площадь. Давайте. Пошли, Аким, карету. Нет, раньше стояли, раньше ставили елку большую. Ой, смотрите, как украшена елочка. Это современное уже ковидовское украшение. Видите, как красиво. Да, мы здесь уже были на этой карете. О. Собачка. Посмотрите, какой огромный кипарис. Собака все гоняет птиц. Смотрите, как украшено дерево, тоже интересно. Какое, да? И каток. Каток и море с пальмами. Как прикольно, да? Пальмы, каток. Это Света. А, жена брата моего. Встретились. И вечером вот эти красивое освещение, но мы не дождемся сегодня вечера, может быть, в следующий раз. Какой большой лебедь, кстати, кажется издалека, маленький. А это, посмотрите, блошинный рынок. Здесь продают всякое. Старинное барахло. Не трогай, Зайник. Знаю, какая карета. Да? А, тут как раз неделю, да? К воскресеньям. К воскресеньям. Пойдемте посмотрим, что здесь продают. И, кстати, покупают люди. Смотрите, какие красивые разные. А, для фотографий, да, кстати. Вот шубы. На блошинном рынке. Потому что в Словении шубы не гносят. А это фарфор. Как видите. Тарелочки. И вот здесь кто-то покупает, коллекционеры. Посмотрите, какие сегодня красивые горы. Это редко, когда их видно, просто на них сейчас освещение падает, свет, солнце, еще и снег. Да, море. Красота. Пойдем к снеговичкам. Иди к снеговичкам. Какие снеговички, да? Классные. А Копер — это вообще портовый город. Сейчас я вам покажу корабли, и мы пойдем дальше, я вам покажу большой порт. Город Копер — это крупнейший портовый город Словении. И раньше, в 13 веке, он принадлежал Венеции, поэтому второй язык здесь – это итальянский. И в школе изучают итальянский язык обязательно, потому что рядом находится Италия. Так, и мы решили перекусить. Вот рогличек, Саша, и какао. Ждем какао, да? И сидим мы. И ждем бабушку и дедушку, они идут. На берегу моря. Ну-ка, давай, а кушай. Бабушка, вкусненькая. Бабушка и дедушка еще идут. Ты мой хороший, давай, кушай.
Какие вкусные. Здесь, кстати, очень в Словении вкусная выпечка. И мы решили позавтракать. Какие им принесли какао. Ну как, Саш? А вон мамина. Разбилась, да, моё. Поняли. Давай, Кимуль. Вкусненько. А вон дядя Сережа. Привет! Сколько чаек, да? А другие пузыри. Вот сколько чаек. Это мы кормили чаек. Какой Дед Мороз? Пойдем смотреть, он там подарки несет. И олень. Да, конечно, в темноте-то будет красиво светиться. Но мы не увидим. Сколько корабликов стоит. Ну, красивый, да, городок? Копер. И море. Вид на горы. Вон они идут. Догоняю их. Да, Кимоль? Собачка. Где? А, вон какая малышка бежит. Пошли, Акима, дальше. Акима, куда ты, собачка? Смотрите, какая красивая центральная улочка. Приветики. Вот, кругом пальмы. И чисто, да? Смотрите, как чистенько. Видите, посмотрите, какая белая дорожка. И вот там все на горе. Город Копер. Ну? И мы отправляемся обратно домой в Любляну. Пока, Копер.